Ого, сколько там шмота выпало от аниматроников. Пацаны, штаны Бонни за 40 гривен. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гемтор, Бакабу, Сенко, Сан, Дарк Драгон, Абгай, Крошка, Крошка. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Здорово. Ребята, кто не ожидал, а все ожидали, и кто не ожидал, у нас сегодня игра Майнкрафт. Ребята, сегодня у нас необычная рубрика, когда мы будем играть в Майнкрафт, рубрику «Аниматроники пугают охранника». Пока мы готовились, пацаны уже сделали надпись «Подпишись». Это означает, что надо подписаться, поставить лайкосик, потому что ролики выходят каждый день. И теперь у нас с сегодняшнего дня будет и Гарри Смот выходить, и Майнкрафт. Погнали! Так, давайте проверим, что у нас тут есть. Заходи. Так, это двери. Не закрыть. Отлично. Слушай. Заходи. Так, если у нас стоит рычаг, значит двери они не смогут... открывать снаружи. Все верно. Так, а эти рычаги вторые, это что? Подсвет. А, это свет. Подсвет. Так, энергии нету, да? Может, вырубим свет во всем здании? Да не, пусть будет включенный, ты что? И так темная карта. Мы заблудимся. Так, пацаны, а где эти телепиздрики ходят? Они где-то ходят. А я вижу, вон стоят на сцене. Пацаны, у вас есть оружие у кого-то? Есть. У аниматроник. Вы, если что, готовьтесь. Потому что я видел у Фокси крючок в руках. А у меня гитара. Ты гитару умеешь драться? У меня люлей будет выгребать. Так, осторожно, осторожно. Так, Чика ходит по пиццерии, стоит. О, Бонни, привет. Он сюда идет? Да. Да. Так, вы, если что, дверь закрывайте-то. А я бесстрашный. Идиот он! Где? Закрывай! Быстрее, быстрее, быстрее. Немножко стремновато. Как сидит? Так, никого нет. Пацаны, внимательно. Дима, хочешь скажу, Чика своей вместе любимым сидит, грохочет. И Фредди идет к вам. А я не вижу никого. А я вот... Ну мы успеем, мы успеем. Так, осторожно, не тратьте энергию. Бесконечно. А мне есть факел. Я могу себе подсветить. Бонни, ты чё сумасшедший? Вы их видите? Так, выйдем сюда немножечко. Фредди стоит. Чика, Чика, Чика. Так. Они прям, смотрите, красиво. Она стоит в проходе. Так, я скажу, когда она будет идти. Возле меня Фредди. У нас прям жесткая РП сегодня. Угу. Еще ближе. Еще. Есть время. Я успею. Стой, стой, стой. Закрывай. Закрывай, отлично. Успели. Стоит. Ой, я могу на контру приближать. Это ж Майнкрафт 1.7.10. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Любой может зайти, записать Гаррис Мод или Майнкрафт. Свали отсюда, Чика. Вы их видите? Они там стоят за дверью? Вот, стоит Чика, не открывайте. Там, а чё, пацаны, может мы потом как-то возьмем оружку и аниматроника и забьем до крови? Готовы избить аниматроника какого-то? Да, да. Так давайте, подождите, они сейчас могут все вместе прийти. По одному будем вылавливать и бить их по башке. Так. А супер яблочко... Ой, золотое яблочко у меня тоже есть. Отлично. Я готов Бонни Крумс. О, открывай резко и выбегай и бей его. Закрывайте дверь. Горло ломает. Чего это? Слышь, бессмертный челепиздрик, отвали от меня. Слышь, эй, у нас тут битва. Куриные ножки валяются. Куриные ножки валяются? Пацаны, так что, мы убьем аниматроников или нет? Да. Я готов к Давай. Чипу собрать. Так, стоит, Привет. Стоит. Будем его избивать или нет? Надо да. Давайте, хотя давайте. А что за драка? Я убили. Дошел к вам. Вы чё, псих? А, вы его убили? Моментальная смерть. Открой. Давай, 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 давай. Ах ты говно с мечом моим. Мочи, мочи, мочи. Ого, сколько там шмота выпало от аниматроников. Пацаны, штаны Бонни за 40 гривен. Не надо вам или нет? Давай мне, я её... На. И штаны еще за 40 гривен. И кофта есть за 50 гривен. На, рывень. На. А что это за звук конченый, вы слышали?
Это Майнкрафт, это Майнкрафт страшные звуки, это они у всех такие. О, смотрите, вам подарок. Офигеть. Смотри, как я. Смотри, актю, я думал, это пришел Фредди, уже хотел тебя бить. О, так типа маску, да, можно одевать? Маски в маске, пойми, я в двойном маске. Кто хочет на меня еще? Пацаны, давайте почекаем, они там идут. Справочек. Идемте, идемте, берите мечи, пошлите потихоньку. Исследуем карту. Так, здесь никого. О, это что, мастерская? Даже это, такое сделали? Это склад. Круто, круто. Пацаны, будьте внимательны, чтобы мечи были наготове. Да, кстати, смотрите, на сцене ни одного аниматроника. Они не ходят по всей карте. Че, никого? Никого. А, вы на картофана ходите, я же забыл. Да это кто? Ой, блин, надо, короче, какой-то факел или что. Красный, возьми факел, чтобы атмосфернее. Кто там ходит? Дурачок, что ли, с детства? А мы заблудились, и мы там заспавнились. Тут Чика ходит, пацаны. Давайте будем бить ее, погнали. А почему в наших шмотках? Чего в наших шмотках? Обязательно. Вот это вы, блин, психи сегодня, аниматроников вводчим только так. Потому что броня добавляется, вот почему мы одели. Так, все, я иду в нашу комнату выживать. Открывай. Дима, что стремнее, когда я вылезу из этой какой-то темной комнаты, или аниматроники выскакивают на тебе? Так, короче, будем пускать, кто знает пароль. О, сейчас кто-то проиграет. Опа, ой, минус. Че там, аниматроника опять убил? Не аниматроник. Ой, аниматроник убил? Нет. Да, аниматроник меня убил. Так, здесь что у нас? Яблоко. Привет. А есть яблоки, ребята, есть? Торговец. Опа, это наш пришел? Заходи. Да. Тю, блин, я думал, это Чика, это... Это Чика? Нет, это такого вставь Чики. Ставьте только на грудь. Ой, спасибо. Ставьте только на грудь, чтобы не путать. Отлично. Да, я уже хотел тебя бить. Это торговец прибыл. Пришел кто-то. А ну уйдите, они же. Психи. Да, когда мы скачаем мод, где именно большими аниматрониками управляют, там и Сиреноголового, и Монстри Хендерсона, там уже удары будут с одного удара выносить. Там будет ваншот. Это нереально. Это реально. Где они? Все умерли от меня. Че, псих, что ли? Так, это аниматроник? А, нет, это в маске. Или нет? Ты дурак, что ли? Отвали! Есть! Ай, блин, да откуда ты взялся? Там с меня яблоки повысыпались. Не сильно так. Так, давайте будем тпхаться. Опа. Дима. Ого, мне там хлама нападала. Яблочки. О, яблочки мне нравятся. Давай сюда. О, мне мечи еще. Так, поубираем это все. Обязательно. Охота начинается, да? Покушаем. Отлично. А, ой. Фредерико без башки был, понял. Обгай, ты что, заходи. Вещи берешь? А чё, чему бы и нет? А чё он там взял? А у нас вы набрали вещей аниматроников, еще с алмазами. Это же Майнкрафт. Блин, знаете, что мы забыли скачать? Самое главное в Майнкрафте. Бомбы. А взорвать. Я знаю. А ТНТ есть у нас же, да? Да. Дима, я знаю, что делать. Че, подорвать все? Нет, еще рано. Ладно, мы еще должны аниматроников побить. Я готов уже. Пацаны, я никого не пущу, вы должны знать секретный пароль. Пацаны, ну что, какой пароль? Я лох. Правильно. А как ты угадал пароль, я лох? Открывай мне. А это классно. Блин, классно. У нас еще в пиццерии, и есть это FNAF 3 еще есть это в пиццерии. Пацаны, а тут должно где-то ТНТ лежать, вы его не видели? Наверху. Не, ну ты вообще. Просто стоит свалить, а то они сейчас подорвут этот офис. Не, мы не будем взрывать, потому что у нас ТНТ нету. А я уже готов. Нас... Вы уверены, что у нас ТНТ нету? Нету, я не вижу нигде. Дима, ты готов? Наверху. Ты готов подорвать? Так это ты ставишь ТНТ все это время? А внутри надо что же поставить? Нет, ничего не будет. А, внутри можно ставить, да, Дима? Да, только дайте мне тоже, я тоже хочу ТНТ поставить. Я накидал. О, давай.
О! Ой, отлично, да, спасибо. Так, ну что, ребята, сейчас мы будем взрывать эту пиццерию с аниматрониками. Так как мы забыли скачать моды на бомбу, мы их скачаем. Потому что у нас есть ядерные там потенциалы. Им будем взрывать, как всегда, все и везде. Пацаны, может, хватит? Нет, еще надо. Не хватит? Мне только жалко за твой комп, будешь как будет происходить. Не, ничего не... Это, ничего уже не случится. А как активировать? На. Пожалуйста, все, пацаны, пока. Ой, давай, активируй, активируй. Ой-ой-ой. Ух ты, вы что, яму сделали? Так, где у нас тут команда была таймсет 5? Вы что? Я думал, вы там немножко... Ничего не осталось. Тут, короче, колодец, можно воду добывать. Блин, ну прикольно взорвали, мне нравится. А давайте чем еще сделаем взрыв. Чем кто взрывает? Ой, вот еще шпицерия есть, взрывайте. Офигеть. Где вы психи? Давайте я заспавню огромное. Место огромное заспавню, динамит. Ух ты, того легче, мужики. Вот это вы жахаете. О, вы еще ставите? Давайте, давайте, отойдем подальше. Ребята, сейчас взрывы, погнали. Ё-моё, легче. Громковато, громковато. Ну что, ребята, прощайте. Люди, не забывайте подписываться на... Да, давайте, последний эпический взрыв. Надо, знаете, скачать мод на топорик, помните, у нас был? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. У нас всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.